Я не хочу матча. Я хочу, в принципе, этого полугодия анализ сделать для наших молодых ребят. Мы очень молодые и очень неопытные, потому что, я говорю, полгода назад, я и ребятам говорю, мы играли в детско-юношеской лиге Ю-19 первой лиги. И 90% футболистов – это футболисты с этой юношеской лиги. Если бы мне сказали перед началом чемпионата, что мы в этой зоне наберем 16 очей, наверное, я бы не поверил. Детвора играет, набирается опыт, это для нас очень важно. И после каждой игры, да, вот пройденной, мы прибавляем. Прежде всего, бойцовские качества прибавляются, в силе прибавляем, потому что все равно юноша 18-19 лет, он уступает мужчине. Ребята прибавляют и с каждой игрой добавляют. Мы понимаем, что этот год для нас будет такой, ну, очень тяжелый. Очень тяжелый. Будем, видите, сегодня лидеру дали. Да, я поздравляю Тернополь, что они закончили на первом месте это полугодие. Желаю успеха, там задача стоит. Решили эту задачу. Ну, видите, дали бой. И там в каждой игре, в принципе, даем бой. Будем продолжать в этом. У нас задачи совсем другие. У нас задачи молодых ребят готовить к первой команде, к профессиональному спорту. Потому что же говорю, некоторые в школу ходили. Вот полгода назад полкоманды сегодня играла, они в школу только закончили. И мы им сейчас сказали в раздевалке, мы гордимся ими, что дают бой. Выходят, да, уровень мастерства где-то еще не позволяет, опыт не позволяет. Где-то нам играть на равных, да, мы стараемся игру строить где-то больше от обороны. Я думаю, год этот мы потерпим, там посмотрим, и кто-то из этих футболистов станет, ну, достойным станет футболистом в нашем профессиональном спорте. Надеюсь, кто-то попадет в первую команду и составит эту конкуренцию. Дякую. Все, спасибо. Сейчас